Все декорации, которые нам необходимо почистить, мы вынимаем из аквариума. Для того, чтобы нам очистить наши декорации от зелени, нам понадобится любая емкость, ну, в данном случае ведро я использую, кипяток, и заливаем мы кипятком белизну. 1 литра достаточно для этого. Все замечательно очищает, в зависимости по времени от того, насколько грязные ваши декорации. Далее нужно хорошо промыть это все проточной водой, потому что, сами понимаете, после белизны нежелательно запихивать сразу в аквариум. Надо хорошо промыть ваши декорации. Ну, а то, что получилось, покажу чуть позже.